Бисмиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях. 15-е из средств достижения счастливой жизни – это сопоставить милости, которыми человек наделен, с тем испытанием, что его постигло. Если человека постигло нечто вредоносное и неприятное, или же существует опасение, что в будущем его постигнут неприятности, он должен сопоставить милости, которым он наделен в религиозных и мирских делах, с тем неприятным, что его постигло. При их сопоставлении станет очевидным, сколь многочисленны милости, которым он наслаждается, и как ничтожно то, что его постигло по сравнению с этими щедротами. Также и с предполагаемыми неприятностями. Ведь вероятность того, что все обойдется хорошо и благополучно, всегда больше, посему нельзя дозволять маловероятным одерживать верх над тем, что значительнее и более вероятнее. Можно также предположить самое страшное, что может с ним случиться, и готовиться к этому. А если и стрясется что-либо, он станет усердствовать в устранении того, что произошло, или некоторые его части.